Вот такая вот нарядная Kia Picanto GT Line сегодня у нас в ремонте на таких вот крутых литых дисках. Пробег автомобиля 38 939 километров. У автомобиля проявляется булькающий звук при работе двигателя. Вот он, этот звук. Надеюсь, слышно. У нас тут уже целый консилиум собрался возле бензобака. Подозрение на клапан адсорбера, однако он работает. Когда отключаем с него фишку, булькающий звук пропадает. Подключаем, он появляется. Для того, чтобы извлечь адсорбер, необходимо опустить топливный бак. Перед демонтажом бензобака под подушкой заднего дивана в технологическом лючке видим топливозаборник бензобака. Обязательно снимаем все быстросъемы, отключаем все топливные шланги подачи, обратки, также самого адсорбера, чтобы не повредить их при демонтаже бензобака, так как они пластиковые. Бак демонтирован, с адсорбера слили воду, он был полной воды, из-за этого и был булькающий звук. Сейчас все собираем обратно. Подключаем обратно все быстросъемы, а также фишку бензонасоса и датчика уровня топлива. Бак на месте. Сейчас подключим все быстросъемы сверху. И можно будет запускать автомобиль. Запустили автомобиль. Все, тишина. Никаких булькающих звуков теперь нету. Автомобиль можно выдавать клиенту.